Партнер проекта – компания Veltex. Швейная фурнитура, швейное оборудование, ткани для ателье, магазинов и розничных покупателей. Добрый день! Все знают, что снимать деньги с кредитной карты дорого. Комиссия за обналичивание обычно очень велика – 5% и выше. Она запросто может оказаться больше, чем сумма полученных в банкомате денег, отмечают эксперты портала банки.ру. И лучше никогда этого не делать. Но случается всякое. Тогда можно подстраховаться, выбрав наименьшее зло из имеющегося. Бывают кредитки, с которых можно без процентов снимать любые суммы в банкоматах своей сети. Например, у Райффайзенбанка. Правда, его щедрость в отношении наличных может компенсироваться повышенной процентной ставкой или высокими комиссиями за другие операции. Чтобы не иметь проблем с комиссиями, лучше просто забыть о самой возможности снятия наличных с кредитных карт. Впрочем, если вы уверены в своей внимательности, ищите варианты и тщательно следите за своими действиями. Это были правила денег.